now and I ain't never gon' back down. I want it now and I ain't never gon' back down. I gotta go for the gold. I need to switch up the mode. I'm gonna win on my own. I'm in a whole nother zone. I reached the pinnacle. I don't have time, this is critical. It's time to finish you. I don't care who I just did it to. I gotta go for the gold. I need to switch up the mode. I'm gonna win on my own. I'm in a whole nother zone. I reached the pinnacle. I don't have time, this is critical. It's time to finish you. I don't care who I just did it to. I want it now. I gotta. Крокраут были очень и очень близки, но в очередной раз незыблемой позиции Роксов в континентальной лиге. Они все еще идут без поражений, если не учитывать финала LCL Open Cup, конечно же. Но игра была и правда близкая, и Ник, вот я чуть ли не в первый раз готов выступить не в роли ведущего студии аналитики, а в роли почти аналитика, потому что вчера, я когда готовил выпуск дайджеста, выпуск новостей, вот, я же брал небольшой комментарий сначала, значит, у парней из Крокраут, потом небольшой комментарий у парней из Роксов, и в как раз интервью предэфирном, так сказать, Саджестер сказал, что у них сейчас будет перестройка, в которой они немножечко могут подсдать позиции. Он не отметил никаких вот прям существенных нововведений, но сказал, что, возможно, они могут немножко приздать в уровне игры. А Крокраут, знаешь, что делали? Они говорят, если мы правильно задрафтим, то мы выиграем. Ты представляешь? Так, где аналитика? Так вот, рассказываю. Давай. Задрафтили, походу, все-таки не очень, потому что Зачок сильно ругал Леблан. Как тебе этот? На самом деле, драфт вполне понятен. У Крокраут задумка на раннюю игру, то есть они вывозят, у них, во-первых, хороший матчап, по идее, на топе, учитывая то, как Рингтон, по идее, стоит в сета. То есть хороший матчап, у них на боте хороший матчап в ранней игре, ну и на миде у них... Ну, по идее, ЛБ в связке с Эко не хотят драться против Рейли Сиджуани, да, потому что Рейли Сиджуани 2 на 2, то есть достаточно сильная комбинация. Но в целом Лебланка за счет смещений по карте, да, должна как-то разгонять топ-бот, то есть давить бот, например, там и так далее. То есть Варус Браум мне не нравится в данной композиции, потому что он как бы ослабляет связку в целом, но именно Варус Браум в комбинации после шестого они могут за счет комбинации ультимейтов разносить соперник. На самом деле, в ранней игре проблем особых не было у Крокраут, учитывая, как они хорошо вышли вперед. То есть, если бы они просто продолжали по макро разыгрывать, да, не встревая в такие драки лоб в лоб, а именно где-то попытаться подловить, на вижене поиграть, занять позицию первыми. Вот, например, на драконы, когда они пошли, когда они уже потеряли позицию. Это была ошибка. Отдайте дракона, если вы потеряли позицию. Не надо эти драки устраивать. Плюс, ну, Лексус очень хорошо играл, кстати, в эту партию. То есть Лексус и Шагонари, они опять смурфят. Они очень жестко отыгрывали на протяжении всего матча. И по факту, даже там моменты некоторые Интович от там Дримпули, где там моментами там бегал кругами, очень много времени постоянно выигрывали Шагонари с Лексусом, и банально, ну, просто Роксы были все время на шаг впереди. Но в ранней игре, да, Крокраудам удалось поддавить, но в дальнейшем, если вы не успеваете уже выйти в позицию, потому что вам уже кэчить, у вас стап на то, чтобы ваншотать таргеты. Если вы не успеваете, то уже лучше не стоит идти вообще, занять позицию там на том же на шоре. Потому что драки, которые устраивали на дрейках, ну, ту драку, она уже как бы не имела смысла. В общем, мне кажется, вот немножко не успели. Если бы у них получилось забрать четвертого дракона, душу получить как можно быстрее, разогнать как раз, как ты и говорил, в early game игру чуть побыстрее, то у них были бы все шансы на победу, даже на победу против Роксов, казалось бы, такой соперник. Плюс я с билдом Эко, на самом деле, не совсем согласен. Мне кажется, протобилд, ну, такой билд бурстовый был бы лучше, потому что, то есть, с зубом на шор ты хочешь именно долго драться. Ну, то есть, ты, по идее, имея конкерор и зуб на шор, ты хочешь долгие дуэли. Фишка в том, что сетап Роксов
во-первых, им это на руку, то есть долгие дуэли, потому что Кассиопея успевает разогнаться, да, нормально урон свой влить, и даже Сиджуани с Ирели, им нравятся долгие драки, им не нравится быстрый бурст, которого Крау-Краудов, и здесь, по идее, вот по логике, да, Варус кидает ульту, под нее заливают урон Крау-Крауды, там ваншотит таргет. По идее, это так должно работать. И, видимо, Эко собрал такой билд, чтобы в случае чего доедать соперника. То есть здесь идея в том, что ты должен прям ваншотать. То есть Эко должен быть прям с Дарк Харвестом, да, там с Электрокьютом, может быть, ну, лучше Дарк Харвест. И, естественно, фулл АП, агрессивный билд через протобилд, и, ну, для ЧП нормально, вот. То есть именно зуб на Шора меня здесь немножко смутил. Плюс Мерке он собрал против большого количества контроля, который тут, естественно, есть, но, возможно, именно с точки зрения того, как им нужно было давить в ранней игре и разогнать карту со старта, возможно, более офенсивный билд, ну, точнее, более офенсивные ботинки, там, сорки были бы профитнее, и, соответственно, билд не через суд на шор, а через протобилд. Но это так, это то есть... Ну, чтобы комбину еще реализовывать в том числе, и да, и быстрее разогнать игру, и добрать того самого четвертого дракона, да? Да, идея понятна, почему они это делали, почему Эко собрал такой билд, да, почему такая ситуация была, но, с другой стороны, кажется, что были варианты лучше, как вот можно было и с Варусом, и так далее. Браун с Варусом, ну, в начале давление было создано, в принципе, вот у Крау-Крауд они, опять же, как я уже говорил, хорошо давили early, но дальше нужно как-то игру закрывать. И как вот отмечали ребята, что ситуация по похоже с Dragon Army, только Dragon Army прям очень грубо ошибались, они много индивидуальных ошибок допустили здесь, были тоже индивидуальные ошибки, макро-ошибок было меньше, чем у Dragon Army, да, но именно по механике игры, по проведению драк, просто Роксы были на голову выше, вот и все. Ну и Роксы все-таки пока что, несмотря на поражение в Open Cup, все еще являются единоличными фаворитами всего сезона, поэтому Крау-Крауд, которые претендовали лишь только на попадание в топ-4 и, ну, соответственно, Роксы... Роксы не являются фаворитами сезона. Фаворитами сезона по результату. Unicorn. По результату. По результату. Первое место, это еще не значит, что команда является фаворитом. Да, она у Юэл один раз, но все еще фавориты по-прежнему Unicorns of Hope. А безусловно. Unicorns это раннер-ап и, вне всякого сомнения, команда, которая претендует на чемпионство. Ну, опять же, есть статистика, есть по факту. И, в общем-то, еще раз поздравляем команду ROX с победой, несмотря на то, что она выдалась не самой простой, и в целом матч был достаточно близким. У Краудов есть куда расти, и даже те проблемы, о которых они рассказывали, с которыми они столкнулись сейчас на буткемпе, они так или иначе не самые серьезные и не сильно сказываются на уровне их игры. Ну что ж, перед тем, как мы, кстати, перейдем к следующему сегменту, Ник чат, ну, просто заспамил. Хочет, чтобы... Мы погладили кота, вот, я предлагаю, как знаешь, вот есть MasterCard, и он предлагает различные споры, я предлагаю какую-нибудь идею придумать, что если в следующей карте что-то произойдет, и тогда я поглажу кота, потому что Оскар, он, понимаешь, он, безусловно, помогает аналитикой, у тебя есть идеи какие-нибудь? Ну, давай, если будет пента, ты погладишь. Давайте, если будет пента в следующей карте, или, я обязательно поглажу. Или стил на Шора. Или пента, или стил на Шора. Пента или стил на Шора, тогда я обязательно поглажу кота. А вот теперь давайте постепенно переходить к следующему матчу. Напоминаем, в следующем противостоянии будут играть между собой команды Гамбит и Вега. И перед тем, как я передам слово нашим комментаторам, давайте посмотрим небольшое интервью с новичком, казалось бы, Анхоли, который в эту команду пришел сравнительно недавно, но это, безусловно, очень опытный игрок со своей предысторией. Каких-то призрачных целей уровня выиграть все игры я не преследую. Будем реалистами. Осталось всего 4 матча, и что-то кардинально изменить вряд ли получится. Учитывая, что замена произошла в середине сплита, у нас просто не было времени наиграть синергию. Но пока был перерыв 2 недели на время Open Cup'а, мы вот только-только начали приходить к тому, как мы хотим играть и что для нас работает. По поводу оппонентов на этой неделе, то не сказал бы, что могу дать адекватную оценку Гамбитам или ЕПГ, так как я не следил за континентальной лигой до того, как меня позвали. И давай заново, короче, я там 2 раза запнулся и... Не с самого начала, начни с момента по поводу оппонентов. Это... Окей, шур. Давай. Скажи, когда старт. Мотор. По поводу Паша, тебя не слышно. Паша, включи микрофон. Я здесь, все хорошо, все. Да. Работает. Здравствуйте. У игрока команды, казалось бы, Вега, да, логотип Крау-Крауд. Только не Крау-Крауд. Он играет, конечно же, в команде Вега, он сейчас... Паша, он играл однажды в команде Крау-Крауд. Именно.
У него даже паблик до сих пор назван, знаешь, как Вега Анхоли. Это правда. Его паблик в социальных сетях написано. Вега или Краукрау все-таки? Вега Анхоли у него. Что такое? У меня случился брейнлаг. Брейнлаг. Так вот, да, безусловно, опыт у него есть, но как его амбиции сложатся уже в концовке этого сплита и в предстоящем летнем, мы, в принципе, как раз и будем наблюдать. Пожелаем, конечно же, ему удачи. Надеемся, что у Веги, несмотря на все проблемы и скандалы, которые приключались с этой командой, все-таки найдутся силы для того, чтобы результат показывать и показывать его достойно. Ну а сейчас мы уже практически готовы переходить к предстоящему матчу. Итак, давайте передавать слово нашим коллегам-комментаторам Юрий Флошин, Знай Шельников и Дмитрий Изачок Кулькин. Спасибо большое, Паша, Дим. Ну, у нас первые два матча, несмотря на то, что они шли с определенными фаворитами, каждый в своем матче имел фаворита, были такие качельные, немножко качельные, но все равно итог, который ждал нас в конце, он уже был изначально аналитиками предопределен. Будет ли какой-то апсет в этом матче, на твой взгляд, или все будет идти своей стезей? Ну вот как раз-таки в этом матче, Юрий, я думаю, что все должно пройти очень легко для команды Гамбит. Самый главный вопрос, справились ли со своими проблемами Вега Сквадрон, их у них достаточно, и потеря стрелка, и полностью там потеря шутхоллера, нужно кого-то заново обучать. Плюс еще ментальность подорвалась у всех, так что нужно из этого выбираться. Претендовать на плей-офф уже достаточно сложно, с учетом того, что они и Dragon Army проиграли, потеряли важные поинты в континентальной лиге. Ворваться в какой-то тайбрейк будет практически невозможно. Но нужно, знаешь, работать на перспективу, на следующий сезон. То есть потенциальный состав очень хороший, состав Mighty Dragon очень крутой. Тот же самый Кейси, Анхоли, бывают очень хорошие и яркие матчи, но в этом сезоне, наверное, уже нельзя думать о выходе в плей-офф. Команде Гамбиджи нужно набирать обороты, потому что они в этом сезоне не то, что даже не выглядят фаворитами, как у нас вот два наших коллеги спорили, кто все-таки фаворит, Рокс или Юникорны. Гамбиты не в их числе, потому что сначала Юникорн, потом, по моему мнению, потом Роксы, потом все остальные, но там пропасть между первым и вторым местом, пропасть, и потом уже гамбиты ЕПГ. Вот так вот. Вот так вот спустя всего один год гамбиты не в числе первой двойки. Mm-hmm. Что ж, ну, действительно было трудно поверить в то, что гамбиты не будут в первой двойке, во-первых, и во-вторых, что они будут так далеко даже от первой двойки, как это показывает там регулярная стадия как раз-таки эти итальянские лиги, но факты есть факты, и гамбиты со счетом 5-5 гордо идут вперед, ну а Вега 3-7, действительно шансов немного на плей-офф, но все-таки теоретически они еще есть, в отличие, к сожалению, от команды Dragon Army, которые уже вряд ли в плей-офф попадут, соответственно, со счетом 2-9. Драфт у нас идет вовсю, дамы и господа, пикается сет, пикается Император Шуримы у нас еще на синем сайде, и неужели гамбиты готовы так рано его выкатывать сразу против Зикса? Да, причем они еще не уверены на все 100%, что это Зикс на центральную линию, потому что Кейси, насколько я помню, ни одной игры на Зиксе у нас не сыграл, то есть он играл обычно на Зои, где-то Кассиопеи, на чем угодно, кроме Зикса, а на Анхоли в Open Cup уже играл на Зиксе, и, скорее всего, в виде Азира ты должен отправить его вниз. Против Азира можно взять много всякого. То есть, вот, начиная от Ирели, заканчивая каким-нибудь Касадином, вообще спокойно. Хороших матчапов предостаточно против Азира. Он не такой сильный, как кажется. Так что против слабых магов, как Зикс, он очень хорош. А вот против чемпионов, как Касадин, он достаточно быстро начинает аутскейлиться. Видим, что он много разбирает себе гамбиты. Сегодня у нас старички разбирает сетапы самые стабильные, то есть ничего как нового, вот как там отмечал Саджестер, что у них будет перестройка, а вот мы ничего не увидели вообще, что перестроилось. Как играли, так и играют, то есть рейли, топеры, сет, все то же самое абсолютно, поэтому
Непонятно, что там в плане перестройки. Может, на кого-то другого перевешивают Шут Коллинг или капитанскую повязку передают. А здесь мы видим, что гамбиты по той же самой схеме работают. То есть стабильный топер, стрелок, который в мире уже достаточно стабильный, и Лодик на нем может спокойно поиграть. Для Сенкакса мидер привычный, потому что в Европе Азир был всегда чаще появляться в пиках, чем у нас в регионе. А поэтому у Сенкакса Азир 100% есть, да и мы видели его уже в этом сезоне. Видим баны стрелков Баруса, первый раз не забрали в первой стадии, а сегодня, поэтому он уходит в блокировку, во второй стадии его точно будет не забрать. Банят танк лесников Даймонду, но у него есть тот же самый Лисин, которого он в начале сезона показывал и достаточно уверенно выглядел. Посмотрим, что будет выбирать в лес для себя. Да и Трандл есть, тут миллион на самом деле героев, непонятно, почему отбанивают именно таких лесников. Интересно, что Вега сразу отбирает Трэша, возможно, чтобы скалисты его не отправить на нижнюю линию оппонента, и, возможно, даже это будет Трэш Зикс на нижнюю линию, потому что сейчас мы видим Вилкоза, и куда же пойдет Вилкоз, то есть Вилкоз может пойти как бы на нижнюю линию вместе с Трэшом, но Зикса мы там хотя бы видели и видели чаще гораздо. Я думаю, что Вазира хороший герой, Вилкоз. Да? Хорошо стоит, но у Вилкоза есть самый большой минус против Азира, потому что его можно через дрифт выкинуть, и Вилкоз не мобильный герой, его легко можно убить. Если лесник еще будет агрессивный, лисин или кто угодно, да даже Картус тот же самый, плюс еще стенка с замедлением, Вилкоза можно легко убивать. Поэтому в целом один на один Вилкоз хороший пик против Азира, но не защищен абсолютно. Да, Вилкоза нужно прям сразу кидать под себя откидывание, чтобы Азир его не дрифтанул и не откинул своей стенкой, то есть своим ультимейтом. А тем временем мы видим, что берется Ренектон, кстати, чтобы отобрать, возможно, такой пик против Сета. С другой стороны, куда теперь пойдет Сет? Вообще, куда кто пойдет, Дмитрий? Сейчас тоже новая мета. Есть несколько связок с саппорт-сетом. Это Синдра с саппорт-сетом и Калиста с саппорт-сетом. Это очень мощная связка. Там можно взять в ультимейт Сета, забросить вперед, он всех застанет. Ну, то есть, комбинация очень крутая. С Синдрой больше на ваншот потенциал идет. Здесь они еще по майнгеймили, но, к сожалению, нет, ни к чему не привело, потому что синяя сторона и Крока на верхней линии контрпикают Гнаром. Очень хороший выбор. Но здесь Картус против Джарвана. Джарван — это один из самых слабых лесников, который не наказывает Картуса. Это даже не Лисин, не Фокуч, это Никита. Даже не Лисин. Лисин разве не наказывает Картуса? Прям вот так. Да, да. Я к тому говорю, что... То есть есть разные типы, знаешь, лесников, которые насколько сильно они наказывают. То есть Киндред прям уничтожает, Лисин бьет сильно, Джарван вообще не бьет. Поэтому Джарван это... Понятно было, что они как бы не контрфик, они просто брали для себя какой-то комфорт. Да, 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 да. Получили в ответ Картуса, поэтому здесь Картуса давить не будут, а это всегда очень плохо. Много фармит. В общем и целом, я бы хотел сказать, что Вилкос, он не является как таковым контрпиком Азира. Это приятный матчап, но я не думаю, что грамотному Азиру будет, знаешь, прям невозможно, невыносимо стоять против Вилкоза. Я думаю, что все-таки нет, потому что Азир, во-первых, имеет сам потенциал паука. Во-вторых, задача Азира все-таки пофармить. И Вилкос, несмотря на то давление, которое может оказать оппоненту на линии за счет того, что он может паука через крипов своей вэшкой, он может попадать под углом 90 градусов своей кушкой, вместо того, чтобы когда более привычно нам все скиллшоты летят по прямой или, может быть, с каким-то минимальным изменением траектории. Вилкос — это немножко другой господин, немножко по-другому он играется. Несмотря на это, опять же, Азиру можно будет фармить, и не слишком ли Дим опять в лейт пытаются уйти Gambit Esports, как и предыдущие две команды, которые являлись лидерами в своих парах. Ну смотри, когда ты находишься на грани не прохода в плей-офф, будучи... Не хочется. Ты хочешь взять что-то такое не теряющее силу в лейт-гейме, но и полезное. Поэтому у нас старички все работают по таким сетапам. Молодые же что-то пытаются придумывать, и здесь хорошая комбинация ультимейтов, где Гнар плюс Джарвана Катаклизм плюс еще прекрасный луч от Кейси. И плюс Зикс, то есть 4 АУЕ ультимейта, как это сработает, мы не знаем. Ну вот сейчас и узнаем, дамы и господа, потому что потихонечку начинается уже игра Gambit Esports против Vega Squadron. Это третий матч сегодняшнего игрового дня, а у нас 6-я неделя уже, господа, уже 6-я, и осталось
полторы недели плюс довести этот день до конца, и все, и мы уже будем готовы потихонечку приходить в плей-офф и определять плей-офф контендеров, смотреть, кто там кого выбрал, какие пары будут определяться, но пока еще даже те самые участники плей-оффа до конца не определены, поэтому смотрим матчи, наслаждаемся, болеем за своей любимой командой, испытываем позитивные или не очень эмоции, в зависимости от того, как выступают ваши любимчики. Ну а у нас сразу же пауза в конце первой минуты, и пока что мы не знаем, кто ее берет. Дима, кто берет паузу, как ты думаешь? Не знаю. Смотри, Йолов сейчас нет. Это значит то, что интернет не дропается, как это часто бывает. У них там в середине какой-то каточки. 7 минут или? Не подключается, кстати, Синкакс. Но здесь... Возможно, дело в нем. За Вегу, потому что Вега дома. Поэтому это 5 разных интернетов. И вероятность того, что упадет кто-то, какой-то из них, намного больше. Но переподключился у нас Синкакс, так что потенциально Гамбит, насколько я понимаю, был небольшой вылет. Мы знаем, что у юникорнов там интересная... Уже, насколько... Да, была рассказана история, да? Инви. Про столб? Про столб. Дмитрий, да. Эта история была не только рассказана, она была уже и обсуждена между мной и Ником. Так, поэтому да. Мы уже... Мы-то между собой... перетерли это давно. Еще когда только Инви пришел. Но вот до зрителей это попозже дошло. Да. Переподключается Синкакс. Я надеюсь, Дмитрий, что сейчас все наладится. Интернета, соединение и все прочее. Дорон Ринги. И у Вилкозы, и у Зикса, естественно, альтернатив никаких нет. Точно так же, как и у Азира. Вот Лодик стартует с Дорон щитом, кстати. Несмотря на нерв для РНДЖ. С чего, кроме Дорон щита, может стартовать Гнар вообще? Да с чего угодно. Ну, в плане выбора. А кто из Дорон Блейда? Щит. Но здесь Крок, поэтому пригодится. Ну, а в целом, смотри, вообще есть разные виды вообще Гнаров. Есть меч, с которым ты можешь брать лавирование, либо тот же Конкурор. Здесь он берет боевой саммонер, то есть не лавирование, чтобы раскачивать Крока, но берет при этом защитный предмет, щит. Выбор мне лично непонятен. Если бы он у него было лавирование и щит, я бы понял. Но если бы у него был меч и конкурор, я бы тоже понял. Если бы у него был меч и лавирование, я бы понял втройне. А в итоге он как-то все по-разному взял. Окей. А в итоге ты понял, Дима, или нет? Нет, в итоге непонятно. Вообще не понял или чуть-чуть не понял? Я понял, что это неправильный выбор. Неправильная комбинация. Я понял тебя, Дмитрий, это самое важное. У нас, кстати, уже был один Гнар против Сета, насколько я помню. Против одного из таких стандартных топеров. Да. Либо Акайзера, я не помню. И они вот, кто его брал? Аюхару или Чарджер? И Гнар был очень слабый. С учетом того, что сейчас Гнар не в мете, но как контрпик он может работать. И если Гнар не натренирован, это мы сразу увидим. Я просто видел крутых Гнаров от Стажера, крутых Гнаров от Докси. Еще в старые времена. Даже у Смурфа, вот у Смурфа еще. Смурф все-таки ближе, чем Старладдер. Когда еще Гнар вот в 16 году был в мете, у Смурфа был хороший Гнар. Так что есть с чем сравнивать. Мы сразу видим, как Кейси прожимает немножко Синкакса, а вот Рингтон как раз-таки запушивает Гнара, потому что не очень хочет становиться с ним на долгую-долгую линию. Сразу хочет разбить линию, чтобы РНГ убились об вышку, но это немножко не получается, потому что правильно фризит Чарджер, несмотря на то, что он получил мили-форму. Мили-форма когда-то закончится и снова наступит его доминация. А вот заставляет Чарджер Докси сейчас встать под его вышку, что, естественно... приятно для Гнара, потому что, во-первых, никогда Докси не может точно знать, когда Джарон окажется, а здесь заходит Mighty Dragon на левел 3, под Синкакс подставляется под небольшой прокаст Кейси, получает как раз-таки вот пассивочку после трех стаков. Ешка дает один стак и Вешка 2, и, соответственно, наносится дополнительный урон. А у нас снова пауза тем временем, Дмитрий. Юрий, я готов к паузе. И я всегда готов.
Я, Юрий, я тоже готов. Я не готов только к лагам, я не готов только к тому, что кто-то будет страдать. Поэтому мы ждем, ребята, и ждем, надеемся, что у всех лаги пропадут. Скорее всего, это слово синкакс, хотя пока что еще официального подтверждения этому нет. Что находится по карте? Мы видим, что уже карту зафармил 5 кемпов. Тем временем Mighty Dragon пытается, наверное, справиться только с четвертым, потому что... А нет, даже с чертом, да, все правильно, потому что фармит Картус очень быстро, потому что кушечка, это суперсильный фарм. Если много миньонов, наносится АОЕ урон всем. Если один миньон, по которому падаешь бомбой, то по нему, соответственно, двойной урон. Вот такой вот чемпион Картус, так он работает. Поэтому Картус одинаково практически хорош и против паков, где несколько миньонов, и против Громпа и Бафа в принципе тоже, потому что он может их подкайтить. Бомба бьет очень больно, кусают очень больно. Соответственно, спел вамп работает прекрасно против АОЕ-паков, там, в частности, это врайты, да и волки, в принципе, тоже. Поэтому пока оверфарм, пока 5 паков взял, чуть больше, чем за полторы минуты, Даймонд. Мне больше всего нравится, знаешь, я смотрю на эти 4 героя. Ганг такой себе был на миде. И если эта вомба-комба прокатит, тот, кто в нее попадет, он 100% умирает. Но с другой стороны, здесь Калиста мобильная, Азир то же самое, Картус готов умирать, Кроку не очень хочется попадать под это все, ну и Сету то же самое. Но да, очень важно, кто первый заинициирует. То есть тот, кто первый начнет драку, тому будет сложнее уже отбиваться. Потому что если Сет закинет вперед, условно говоря, трэша Джарвана, то потом раскастоваться правильно Веге будет очень сложно. А если Джарван первый начнет и сразу туда все УЕ зайдет, там Эдвард может уже даже и не долететь. Если он будет... Да. Джарвана тоже сам. Тут еще супер важна как таковая позиция гамбитов, то есть как себя будет позиционировать Даймонд Прокс. Будет ли он себя позиционировать как тот, кто готов прям вот суицидиться и после этого наносить урон уже с ульты, стоять и пытаться поле свое как-то вот... реализовать для того, чтобы и зонить оппонентов, и уроном наносить. Или же, наоборот, будет пытаться играть на тоненького, то есть стоять сбоку, как-то зонить стеночками издалека, пытаться минами кого-то подлутать и так далее, и так далее. Потому что стиль игры может быть разный, но действительно был бы комбо очень сильный, потому что оно может начаться из Гнара, например, или с Джарвана в том числе, и после этого поддержаться двумя кастерами, которые имеют, конечно, колоссальное количество магического урона в АОЕ. Ну, вообще, по закону, наверное, набрали гамбиты явно не для того, чтобы ждать, чтобы в них залетели. Да. У них есть Лодик с Эдвардом. Лодик просто хватает ультимейтом Сета, Сет залетает вперед, станет, хватает кого-то за жабры и понеслась. Если они будут мешкать, в принципе, герой, мы не знаем, насколько он привычный для Эдварда, потому что мы не знаем, что в скримах тренирует. Плюс у них было 2 недели. Для, знаешь, чего-то нового для своего саппорта. Обычно мы знаем, что Эдвард играет там Реши, там Кинчи и всякое такое. И вплоть до бренда какого-нибудь, который мы видели на прошлой неделе, который не сработал, но все же он есть. Здесь появляется Сет, это такой новый саппорт, который сейчас очень часто достаточно берется на позицию саппорта. Что же у нас там с паузой, Дмитрий? Пока стоит. Как ты думаешь? А вот крутится полотнище. У кого пауза, Дмитрий? По какой причине? Где рапорт? Ну, теперь что говорить? Как зрителю дать понять, кто у нас лагает? Без понятия, Юрий. И вот я не знаю, Дмитрий, к сожалению. И я не знаю. И мне кажется, что это снова должен быть синкакс. Потому что он уже первый раз лагал. И, скорее всего, он лагает еще раз. Это логично довольно-таки. Ну, вообще, сейчас и Вега Сквадрон, я думаю, они такие, знаешь, немножко радуются. Сейчас тихо. Ну, не знаю. Было бы вкусно. Ты знаешь, да, с одной стороны, они радуются, с другой стороны, мы видели, как зашел Джарва на среднюю линию, это был не самый лучший ганг, это был настолько не самый лучший ганг, что после этого Синкакс пешком вошел даже в стан Азира. То есть он такой: ребята, вы взяли слишком мало с этого ганга, я сейчас пойду и подставлюсь под стан для того, чтобы вы взяли как бы хоть что-то. Это был такой ганг профилактический, знаешь, он просто показал, сказал, я здесь, там, а-та-та, не подставляйся. А Синкакс такой, вот я подставился, и что ты мне сделаешь? Майти такой, ну, вообще, я ничего, пойду Остроклювов побью. Не могу Азира, побью Остроклювов.
Но это только пока начало. Джарвану нужно себя использовать в ранней стадии 100%. Нужно да, что-то... да, верно. Нужно что-то разогнать. Топ будет очень сложно разогнать достаточно, потому что на там, 4-5 левеле, если Джарван придет, Крок будет 4-5, Джарван на левел меньше. Джарвана можно просто убить. У Гнара сейчас нету достаточно урона, чтобы помочь этого Крока запинать. У Джарвана то же самое. Разыгрывать с нижней линии сложно, прям до 6-го точно нельзя, потому что там Зикс, а на миде Вилкос против Азира. Если Азир подставится, можно попробовать убить, но в целом это очень сложно. Поэтому у него здесь пока нет линий, с которыми можно разыграть. До 6-го точно, а после 6-го достаточно сложно будет тоже опять. Наверное, Гнар будет самая легкая линия для убийства. Но пока Гнара самого подпушивает Риннингтон, он попытался линию разбить, но это не удалось сделать, потому что все-таки зафризил трех ренджей Чарджера, поэтому Риннингтону будет не очень удобно, зная, что сейчас Джарва находится все-таки в верхней части карты, потому что куда ему еще идти? Если он прошел снизу и ушел к своим врайтам, значит, скорее всего, он после врайтов пойдет на големов, может быть, контестить краба верхнего, но вряд ли уж нижнего, потому что, а, он знает, что там может быть картус, б, он банально может просто от него не успеть, потому что мы не знаем, в каком состоянии остроклювы, который бьет Джарван, а учитывая то, что у него на показатели киллов именно миньонов лесных кемпов сейчас 12, то есть он только начал, видимо, бить четвертый кемп, скорее всего, это будет все-таки верхний краб, и потом, как на топ, или поход на големов. Вопрос еще один. Как он пойдет на големов через краба? То есть спалится ли он на варде, или он специально даст комбу, например, через стену, через барон пит? Это тоже важно. Из таких вот тонкостей, деталей, маленьких таких винтиков игры, друзья, сам большой механизм вот этот, весь процесс строится. То есть каждое принято ваше решение, особенно если вы играете в лесу и влияете на всю карту, это действительно важно. Посмотрим, Юрий. Пока Джарван очень сильно проигрывает лес. Сейчас Картус будет от компа к компу просто передвигаться, спокойно фармить. Он понимает, что линии все защищены. Если кто-то умрет, то это явно тянет на Раптор. Особенно до 6 уровня. После 6 уровня нижняя линия ни в коем случае не должна умирать, потому что это очень сейфовый вариант. И даже 2 в 3 они могут разыграть. А Зикс даже на 6 слабенький. У него хороший проказ появляется, но не так много, а вот сет Калиста мощная. Азира всегда сложно заганкать из-за того, что у него есть ульта и дрифт. На топе можно попробовать убить Крока с Гнаром, но это все равно достаточно тяжело, потому что дабл дэш плюс скачок у Риннингтона. Патовая ситуация у Майти Драгона. Обычно, когда вот настолько неприятные герои, у тебя не настолько хороший стаб с контролем, берут лесников совсем других. То есть, с одной стороны, здесь понятная идея Веги Сквадрон, то есть катаклизм и куча ультимейтов ауешных. С другой стороны, обычно в такие стапы лучше всего заходит какая-нибудь Киндред, которой не нужен контроль, она сама выходит замедлять, сама дамажит. Если есть какой-то дополнительный контроль, она только этому рада. И она работает сама по себе. Какой-нибудь Лесин, который после шестого уровня там, сам создает моменты, может кикнуть, может что угодно сделать, либо добирает какого-нибудь танка по типу там Сиджуани, а они забанили ее сами. Ну, забанили. Посмотрим, что получится из того, что они набрали. У Гамбита в этом плане все попроще. Фармим. Азир 2 слота, Калиста 2 слота, Картус предметы получает, можно идти спокойно навязывать тимфайт. Дизенгейдж есть, инициация не такая стабильная, но все же есть. Потенциал очень хороший. Посмотрим. А Ниве, Картус 2 слота, Дмитрий, Азир 2 слота. Картус вообще бесконечно может слоты собирать, честно говоря. Вот Калиста, Азир 2 слота нужны, оттуда они разгоняются. Картус, он, да, наверное, на шляпе даже получается самый быстрый пауэрспайк, самый такой наиболее ощутимый. Когда ты можешь посмотреть и сказать, шляпа, пауэрспайк, а не просто, знаешь, так, пауэрспайк на карте. Поэтому, в общем и целом, гамбиты... Можно кайфануть. Вот. Друзья, мы видим то, что некоторые проблемы есть у Веги, поэтому давайте посмотрим наши материалы с прошлых недель. Хотя только что Эдвард реконнектился. И проблемы были именно у него. Первых матч, насколько я понимаю, от гамбитов. Все, извиняюсь, это позапрошлой недели, ну, то есть с пятой, где вот это было. Бренд. Держались в ранней стадии они очень хорошо.
но впоследствии много ошибок, особенно на Герольде, где позиция у них была очень хорошая, они прогнали, Герольда не забрали, проиграли драку очень сильно, и все. И после этого юникорны доминировали. Во всех скирмишах, во всех файтах они были сильнее, они везде выходили победителями. Поэтому в этой игре, вот после первых там, 10 минут, у гамбитов шансов было ноль. И с каждой дракой, которую проводили юникорны, их становилось еще меньше, чем ноль. Это твоя любимая, да. Дмитрий. Да. Еще меньше, чем ноль шансов, друзья. Все верно, все верно. Причем, знаешь, иногда вот смотришь на вот такие вот, это уже не, это даже драками не назвать, это вот, знаешь, такие отчаянные попытки что-то сделать, даже не развернуть игру, а просто, вот, знаешь, сделать что-то, когда вроде как Йола и коммитятся, вроде не под вышку заходят, вроде они там и умирать около должны, да, а на самом деле не умирают, и даже их забирают, и под вышками давят в том числе. Ну, это обычный матч был, когда вот команды из BLCard регионов приезжают на международный турнир, прокуются против там G2 или любой другой команды из мейн региона, да. И ты видишь, насколько, даже если драфт был прекрасный, а у врагов такой себе, ты видишь, насколько они все равно сильнее. И просто в микромоментах, даже не в макро, а в микромоментах они переигрывают, выживают на лоу хп, добивают, получают из этого преимущество и потихоньку потом разгоняют. И вот матч Юникорн и Гамбит, как бы это странно не звучало, но пора привыкать. Гамбиты уже не фавориты сезона. Причем уже третий сезон подряд. Но во всяком случае, Дмитрий, они фавориты этого матча. Да, это правда. Поэтому будем смотреть, как там будут дела разворачиваться, потому что пока у нас все равно пауза, пока нет информации, когда уже ресурректится интернет Вигги Сквадрон, потому что мы все этого ждем, дамы и господа, конечно, сколько бы мы не считали гамбитов фаворитами, сколько бы историй мы не слышали про Вегу, как бы Вега не играла и не то не поднималась, то не теряла свой уровень игры в течение сезона, потому что мы обнаружили очень крутой спад в начале, очень крутой подъем, наоборот, в начале, и после этого последовал такой жирный, хороший спад, прям начиная с Open Cup и продолжая еще континентальной лиги. А каждая из команд, вне зависимости от того, проходит она в плей-офф или нет, сколько у нее побед, она все равно хочет выигрывать каждый матч континентальной лиги. Поэтому это даже ближе к концу сезона будет достаточно релевантно для Веги. Если бы вот ты сказал про... У нас игра, Дмитрий, извини, да. Тем временем. В эфире, Юрий. Да, да. Мы и... все это время были в эфире. Все это время мы были в нем. Собственно, насчет спада у Веги Сквадрон. После тех хороших побед над Гамбит и ЕПГ, они на самом деле бездарно разбросались вот этим вот преимуществом. И сейчас бы, Юрий, мы бы даже не заикнулись о том, что Гамбит и фаворит. Потому что номинально, вот как любит по статистике, да, у нас работать Паша. Вега Сквадрон сейчас 1-0 над командой Гамбит в континентальной лиге. И только из-за того, что мы знаем, насколько сильно у них упала форма, мы все равно сейчас ставим команду Гамбит. Правильно делают? Да. Да, у нас тем временем счет 0-0. И у Веги Сквадрон, по идее, должны были разрешиться уже все вопросы, связанные с интернет-соединением, поэтому мы продолжаем. Пятая минута, Эдвард играет за Седа Саппорта. Добрый вечер, дамы и господа. Пока что получается довольно-таки неплохо, но посмотрим, будет ли получаться так. Все время запушивают Гамбит и берут приоритет на боте и играют с Лантерна вместе с Майти Дрэгона, пытаются разыграть по лодику, он тратит две свои самонерки и бомбочка практически добивает эту самую Калисту, это все-таки делает Джарван. Сразу после того, как бомбочка лендится, 1-0, и Вега берет первую кровь, несмотря на то, что, как это и часто бывает, являясь аутсайдером, она не совсем ведет по золоту, а тем временем заходит Diamond Prox на верхнюю линию, и что будет, Прокси фармить, что ли, или что? Но он хочет больше зафризить пачку и задавить Гнара, но очень хорошо поставил эту линию Чарджер, то есть он зафризил этих трех крипов, и не дал им подойти к вышке, и не дал время для того, чтобы его просто задавили. А просто так начать танковать вышку не может никто. Если подойдет Картус, то он просто умрет об нее. Если подойдет Крок, то он умрет еще быстрее, потому что у него ХП было наполовине. А Синкакс просто не успевал. Да, и тем временем Вега Сквадрон совершает сначала прикольный мув на нижней линии вместе с Лантерном. А пока это происходит,
наверху не происходит дайва, а пока не происходит дайва наверху, внизу происходит дракон, и здесь Эдвард делает соло-убийство над Майти Драгоном, заходя к нему в лес. Он знал, что там находится Майти Драгон, поэтому хекс-скачок кастанул, ну и там воспламенение, и все пошло-поехало, забрал на себя одно убийство. Это, в принципе, ни о чем, потому что ассист никто не получал. Особенно хотелось бы получить какой-нибудь Калисте. Это просто соло-килл для сета-саппорта. Сет-саппорт не страшный, в принципе, но он неприятный из-за того, что есть стан и чистый урон. То есть он делает свой прокаст, и потом он еда. И напоминаю, Дмитрий, что в слове сет-саппорт до сих пор есть сет. Поэтому каждый килл все равно важен, пускай даже и саппорт. Все равно скейлится, все равно чемпион больше для того, чтобы урон, нежели чем давать щиты, хилить и давать контроль. Еще счет 1-1. Гамбиты потеряли дракона, но ведут 400 золотых. И Синкакс будет здесь фармить на все, что есть. Я просто не сомневаюсь в этом. Пока фармит он неплохо, но этот плюс по крипам. Не будем забывать, что Кейси с телепорта на нижнюю линию прилетал. Для себя он, к сожалению, ничего не получил. То есть ни ассиста, ничего. Поэтому потерянные крипы, которые на миде он не зафармил. Опа, слушай, работает докси, это кил. Очень легкий, уверенный. Хорошо было разыграно. Понятно. Да, это совершенно уже другая история, нежели чем была тогда, когда Картус только получил 5-й левел на верхней линии и хотел приготовиться к дайву, потому что теперь уже Докси прекрасно разыграл. С флеша дал ту порцию урона, которая требовалась для того, чтобы додавить оппонента. И такой гнар, Дмитрий, который собирает первым ниндзя таби, да, окей, хорошо, это неплохой пример, но так или иначе, гнар это рейнджовый чемпион по большей части, который берется в Ренегтона по большей части, чтобы иметь хорошую комфортную линию. Ну и плюс, конечно, как итог, еще и... Как итог, я сказал, как итог. Ты помнишь, как итог? Михаил Спейс. Михаил Спейс. Сейчас от Кейси. И теперь, мне кажется, после такого ультимейта опасно идти делать Герольда команде Гамбит, хотя они только что свапнулись. Чарджер с телепорта еще прилетел. Таби — это супер хороший предмет против большинства физикал урон топеров на гнаре, то есть ты обязан собирать там против олов, а вообще против всех таких героев, потому что это дает тебе супер мобильность, ты кайтишь, ты наносишь урона чуть меньше, чем с поглотителем, но за счет того, что ты кайтишь, и до тебя дойти невозможно, особенно там крокодилу, то ты все равно наносишь свой урон. А вот проблема Юрия в том, что он стоял настолько долго, то есть смотри, он купил себе рубиновые кристаллы таби, то есть это было 1500 золота, он должен был намного раньше вернуться, купить сапог, и потом просто прибежать, потерять там 2-3 милишников, прибежать со вторым сапогом и начать дальше фарм. И все. Да. И Крок еще так его не задавил. А он перестоял, переждал, из этого умер, оставил 20 крипов и подарил килл не просто Кроку, то есть он не Крока нафидел, что не страшно для гнара. То есть там Кроку нужно там... Да, он дал килл Картусу, все верно. То есть Крок с одним, с двумя, с тремя киллами, он гнара все равно не убьет, потому что там к тому времени там гнар соберет таби и допустим, там секиру кое-как наскребет, будет доставать там пол слота, но он все равно его раскатит, все равно его убьет. А вот проблема в том, что он Картус нафидел, Картус уже лесной предмет собрал цельный. Да, и чем дальше будет игра у нас затягиваться, тем больше карту сможет нафармить, а он с каждым предметом супер скейлится и вообще не останавливается в скейле прям до 6 предметов. Ему и шляпа нужна очень ранее, ему и жене когда-то бывает нужна, потому что не всегда хочется просто стоять рядом и минами спамить. Или другим вариантом, наоборот, погибать и стоять ешкой в файте, работая в ОУЕ и не подпуская никого к своим тиммейтам, или наоборот, нанося им критический урон. Вилкос у нас наростом играет. Правильный выбор, хороший. Комета уже давно стала таким прям... не знаю, каким-то нишевым выбором, не знаю, что взять, возьму комету. Сейчас нарост очень хорош, тем более под все это АУЕ, которое есть у Vegas Squadron. Весь да. Тут у них есть нарост супер хороший, плюс дешевый и очень вкусный предмет на ЛП. Так что здесь все по стандарту. А вот Синкакс у нас пока непонятно, во что пойдет. Наверное, зуб на шору потенциально. Плюс тут как бы суть в том, что сам себе Вилкос — это тот чемпион, с которого трудно попадать кастами. То есть у него... все 4 скиллшота, все 4 заклинания — это скиллшоты. Ну, допустим, ульту мы не берем, это слишком простой скиллшот. То есть ты, если попал, попал, а если не попал, ты как бы, ну... Докси очень сильно сейчас подставился, и можно потерять в жизнь, у него нет скачка. Но Чарджер...
нет скачка, но видишь, у него были все кулдауны свои. Я думаю, Докси спокойно бы уходил, потому что если бы Чарджер прилетел и каким-то образом дал бы себе возможность по себе сыграть со стана, не откинув оппонента самому, не законтролив самому, не был мастером. Дракона забирает. Нужно гамбить там что-то предпринять, иначе дракон сейчас просто упадет. Кейси словили, Кейси убили, но это дракон. Это будет. Да, и Кейси здесь стоит против двоих и играет. Подожди, это кто был? Что-то непонятно сейчас произошло от команды Гамбит. Я не понял вообще, что сейчас произошло. То есть Синкак сдал ультимейт и выкинул оппонента в противоположную сторону от команды? Ну, а? Там не команда, а от Эдварда. Да, как-то странно сработала ульта. Я тоже... И в том числе от команды тоже. Еще остается 2-1, но Вега Сквадрон тем временем забирает еще и второго элементального дракона для себя, его же стихийного. Поэтому... Все не так уж и плохо в Веге. Все не так уж и плохо. На самом деле сейчас момент был просто отвратительный. Потому что Кейси умирал, у него нет скачка. Белкоза нет скачка против Азира и Эдварда, потому что хорошо они затрапили. Должен был быть килл для Азира. Просто Азир должен был сейчас получить убийство. Да, и но он не получает. То есть они могли вдвоем вот эти все то, что они прожали, направить на защиту дракона. Того же там Тарвана убить очень просто. А в итоге они не убили, и дракон не защитили, и Вега Сквадрон, несмотря на отставание, все равно драконов забирает. А в итоге, Дмитрий, у нас три команды, которые аутсайдеры своих пар, все равно лидируют в начале, во всяком случае, по голде. Сейчас ну, же Вега не показывает такого результата, но смотри, так же, как и предыдущие, взяли два дракона, они ранних, от чего я, собственно говоря, буду отталкиваться чуть-чуть по голде. Гамбиты все-таки, в отличие от предыдущих двух карт, перепутал впереди. И Картус имеет 92 миллиона. Знаешь, это не соло ранг Картус, который зайдет на каждую линию. Да, конечно. Первый... Телевую и так далее. На нижней линии Эдвард может умереть, он умирает, скорее всего. Да, и должен умирать, по идее, даже Вэшка его не спасает, потому что сверху еще и катаклизм прилетает, и меткая пушка Джарвана сверху катаклизма. Еще кровь земли, как, кстати, чаще всего в Корее делают, с раскрытой книгой заклинаний, и даже если бы у него был скачок, он бы его не смог прожать из-за того, что у него было воспламенение плюс исцеление. Так что здесь было 100% убийство, непонятно, как так Эдвард загулял и подставился, и первый круг вышки достается Вега Сквадрон, и они уже отыграли. Кто там? Ну, знаешь, Дим, с какой-то стороны, если бы так не пытался разыграть Эдвард, он, возможно, бы и Джарвана в его же лесу не нашел. Поэтому ищет какие-то опции, получается. Ну, вначале это одно, сейчас это другое. То есть, тебе только что на бот пустили Герольда. Ты плываешь на реке возле дракона. До дракона еще там, на тот момент было 3 минуты. Что он пытался там разыграть и что он пытался там показать? Я не знаю. Здесь непонятно. Просто какой-то Тердижн проставить. Приходится тема на хайграунд и на лоуграунд, соответственно. Будут ли чекать гамбиты вражеский лес? Обнаглеют ли? Вот в чем вопрос. Посмотрим. Вообще сейчас наглеть лишний раз не стоит. Тут, знаешь, как... Пока все выглядит очень плохо. Достаточно. Потому что Зиг сформит. Белкос фармит. Гнар скоро получит секиру, а Докси играет не с секирой, а с клинком. И клинок против Гнара очень слабый. То есть как ваншотнуть он не ваншотнет. Туннелить не получится, потому что Гнар раскайтит, когда секира появится. А с секирой он еще и будет ломать лицо, потому что это не просто секира будет у Гнара, а секира и завоеватель. А у Гнара нет КДРа, поэтому на длинной дистанции он будет намного слабее, чем Гнар. Ой-ой-ой, хороший ультимейт идет по Синкаксу. Он пытается выпрыгнуть, у него остается где-то треть здоровья. Телепорта нету, есть скачок, отживает телепорт. А телепорт отживает Гнар. Тем временем Докси уже убивает Симсина. Он был в опасности и так себе позицию занял. Но размер 1-1, потому что Эдвард погибает тоже. И будет ли продолжение драки у нас пока что нет. Но это все равно невыгодно было, Юрий. Невыгодно, потому что Герольд появляется на карте. Вы только что заинициировали, причем в саппорта. Мы бы разменялись саппорт на саппорта, но Герольда вы теряете. Зачем была эта драка? То есть можно было подраться нормально, 5 на 5. Иногда решения принимаются опрометчиво, Дим. Знаешь, тут какие-то такие прям... Эдвард тут чувствует силу. Думаю, знаешь, тут только Эдварда ни в коем случае флеймить нельзя, потому что у него герой такой, что он должен что-то делать.
Вот кроме той смерти на реке, вот в таких ситуациях он должен что-то делать, но тогда команда должна быть к такому готова, если вы берете такого героя. Вы должны понимать, что с сетом нужно играть. Это не сет топ, который может просто там фармить сайды, драться с топером, это сет саппорт, который вообще не фармит. Ну, кроме... Да, и не сет Юми, и не сет Нами, которые просто стоят и хилят. Да-да-да, поэтому ему нужно что-то делать. У него есть умения, которые позволяют инициировать, и контролить, и наносить ну, такой непостоянный, а чистый урон с одного прокаста, один раз за драку. Но нужно поддерживать, а команда явно не готова, потому что логика не было. И второй герой, уже мы вышку на центральной линии, потихонечку снимают, там взрыв-пакет будет от Мунхоли, не будет. Кто-то кинул не туда его, почему-то не под вышку. Но вышка все равно пробилась очень сильно, со следующего взрыв-пакета вышка на центральной линии едет и откроет еще одну сторону Вега. Майти чистит тотемы, контролит реку возле дракона, как-то очень просто все это проходит. Вообще, знаешь, без не встречается сопротивление. И ну пойдем заберем мид с героем. Пойдем. Ну пойду, значит, чищу в соло. Вижу, видит. Такое бывает. Такое бывает, бит. Что за хук-то был? Знаешь, такой стрёмный хук был от Симсина. Полетел Эдди вперед. Застанил неплохо. Но Калиста умерла, что-то не то происходит, у команды Габит, они проигрывают драку очень сильно. Пока что. Зашел Досси в драку, у, какая ульта от Азира, и наконец-то Гамбиты сыграли в игру. Докси здесь будет на анхоле пытаться добить, а здесь секундомер есть у Крокоча, и он живет. И выживает. Сенкак залетает вперед. Размен происходит. Неплохой, 5-3. Размен просто имба, честно говоря, причем казалось бы, как Гамбиты начали страдать в начале, и как Синкакс эту всю драку развернул. Причем и через секундомер было интересно сыграно, но все равно потом Гамбиты дожимают. Знаешь, казалось, что это сейчас будет просто 5 в 0 Вега сделает, заберет просто дракона, вернется на базу, сделает еще по одному предмету просто райт-кликом, и пойдут, знаешь, коин-флип мид-тимфайт и выиграют игру. Но в итоге, вот, конечно, ульта Синкакса, он зашел очень хорошо. Всех подамажил. Да, ну, да, да. И на хуксе Лодик. То есть Лодян пришел, ультанул Эдварда, который еще не кастанул свою головоломку. Из-за чего и щита не прокнул. Вообще странно был розыгрыш. То есть опять Эдвард, кстати, хорошо залетел. То есть он всех замедлил, потом двух застанил. Команда стоит, ждет, смотрит. Потом его ультанули, Лодика цепанули, убили. Потом понимаешь? В этом и суть сета как такового, то есть берут его на саппорт, берут его на топ, все равно суть сета это прыгнуть, стянуть и дать вэшку в АУЕ и надеяться, что оппонентов тоже зальют этим же самым АУЕ в идеале. Просто знаешь, такое ощущение, как будто Эдвард выполняет функцию влететь, да, питать, умереть. Потом команда такая смотрит, такой, нет, на него не так много потратили, еще подождем, знаешь. Лодик приходит, впитывает, умирает, а команда такая, мне кажется, пора, и залетает. Ну повезло, это на самом деле повезло, если бы Вега там чуть лучше разыграли, не попались под ульту Синкакса, эта драка могла быть вообще фатальной для Гамбита. Мне кажется, пора, Дмитрий, надо идти вперед. Очень тонкая грань была в этой драке. Да? Грань такая, Рингтон 2-0-4 уже минвайл становится. Спокойно будет такого Гнара доминировать, учитывая то, что у него есть клинок павшего короля и еще поглотитель, но тем временем еще собирается кулак Чурин, то есть сразу в такой сборный билд идет у нас Докси, не определяя второй свой предмет, а сразу идет он одновременно во второй и в третий. Что странно, вообще КДР надо быстрее, важнее КДР, чем этот кулак Чурим, который лишний хп тебе соточку накинет. Ну вот, Дим, видишь, как ты говоришь, что поглотитель сам по себе предмет слабоватый. Поглотитель? За свои деньги. Отстой вообще. Да, но его собирают милишники против рыжей до сих пор. Из него собирается секира, поэтому просто КДР камня начинать не хочется. Поглотитель приходится брать. Дает всего по чуть-чуть. Да. Еще бы давал там, знаешь, давал тебе деньги назад, знаешь, когда ты его покупаешь. А, деньги назад, да, понял.
То есть надо, надо не потратить 500 лады, а просто их иметь при себе. Я понял тебя, Дим. Ну, классическая, более-менее стандартная комбинация от команды Vega Squadron. Как раз. Они пытаются встать по линиям. И пытаются, соответственно, занять позиции. Уже потихоньку у нас игра пересекает 20-ю минуту, а это значит то, что можно спокойно уже задумываться о Герольде. Будут форситься драконы из раза в раз, как только спавнится, потому что опять же сетап слева очень хорошо скейлится. И опять же, ну как им просто разыгрывать? Как им убивать? Что им нужно делать? Дракона брать? Какого? Третьего? Допустим, что третьего даже не станут контестить Гамбит, то есть их оппоненты. Ну как и четвертого тогда будут взять? Будут брать, потому что душу хочется получить всегда, но одного желания мало. Нужно выигрывать драки, которые предшествуют взятию драконов или тем уж более самой души. Вега, как и предыдущие оппоненты, аутсайдеры в своих парах, не справился с этой задачей. Проигрывали ребята и с двумя драконами, проигрывали ребята и с тремя драконами, имея их, и отдавали три подряд. Опять же, в итоге проигрывая счет 4-3 вот конкретно по драконам, отдавая душу. Поэтому нужно сейчас решить, когда будут пауэрспайки, нужно сейчас решить, когда захотят Вега драться конкретно. На каком количестве предметов, допустим, Зигса? Ну, вообще бы хотя бы Рабадон зафармить. Мы видим, что команда Гамбит времени не теряет. Секира у Крока, Рабадон у Даймонда, а мучение Леандрию Санкакса. Осталось только Лодика второй предмет свой получить, и все будет окей. А у Веги пока слоты достаточно слабые. То есть у Кейси два своих есть, но они мало АП дают. Чарджера здесь пытаются убить. Да, и слушай, возможно, даже получится. Хотя он неплохой ультимейт юзает по Diamond Prox. И каким количеством бомб попадет здесь Diamond Prox, потому что по нему играет Mighty Dragon. Зачем он нажимает скачок, Дим? И по-моему, кстати, Diamond Prox скачок сам нажал от катаклизма Джарвана, и поэтому он может выжить. Добьет ли его Симсин? Симсин его не добивает, однако здесь Сет ультует почти в Diamond Prox. Вернее, конечно же, в Симсина, пододвигая Симсин Diamond Prox, чуть его не убивает. Отличная W, и Кейси и Анхоли выходят на супер-супер лоу ХП. Сюда летит Азир и добивает солдатам двоих, тем самым трипл килл. Делает это эйс для команды Gambit Esports. 5000 золота преимущество. Где-то я такое видел уже. Ну вот на этом моменте все точки над «Э» оставляют команда Гамбит. Они... Да. У них просто предметы были лучше и больше. То есть ключевые предметы. Несмотря на то, что там у Кейси ключевые свои предметы для твоего чемпиона есть, но драка шла не по плану, как у Вилкоса должно быть. Вилкос должны быть все стоять 5 на 5, он кого-то замедляет, либо кого-то ловит, там прохарасил, ультанул, либо кого-то выключил из драки, либо кого-то убил. Здесь такого не было, ему пришлось куда-то бежать, потом пришел, а уже все поздно, потом еще по лицу 80 кп прилетело, и барона спокойно себя гамбит забирают. Драконы тоже они оформили, теперь они будут наступать с таким расфиженным азиром, да и остальные тоже мощные будут давить. Здесь Кейси с телепорта прилетел, Докси этот Вилкос убить не может. Да как Даймонд жил? Ну там, ну его бьет Джарван, у которого АД, не знаю, меньше, чем, ну, конечно, чем у Труша, наверное. У него фулл-танк Джарван, от него дэмэджа вы не ждете. А Билл Кейси... Да? Да. Убить Крока, хотя нужно было помочь убить Картуса. Ну вот это моя любимая. Начинается, взяли длань барона, почему бы не зафармить големов? Наверное, ждет следующей пачки здесь Докси. Но здесь еще торопить Докси не стоит, в том плане, что не все от него зависит, знаешь, как бы. Ты видишь, там Сынкак сбэкался, потом начал дальше пушить. То есть, если у тебя команда не пушит, то тебе тоже не стоит. Потому что мы видели уже от Юникорнов, кстати, против команды Гамбит, когда они у них забрали барона, в первой карте это было, и на Ясо Сынкакс пошел по нижней линии, его просто в трибуше убили. Сняли барона, и Гамбит ничего с этим бароном вообще не сделали. Поэтому торопиться не стоит. Вега нападает. У Лодика есть скачок, они об этом... Джарван... Нет, у Diamond Prox скачка, поэтому максимум, что может здесь выдать, это просто урон. Есть ли у него ультимейт? Нет, его нету. Играют дальше. Гамбиты по оппонентам. Забрали Картуса, но какой ценой? Троих уже отдали, пытаются чейзить Чарджера. На меде в сейфовой позиции достаточно стоит Зикс. У Чарджера остается меньше 200 здоровья, если не ошибаюсь, и он стоит рядом. Он 16 уровень. Вау! Играет по чаржу Синкакс, ну и без шансов его доедает просто тут.
Вопрос был лишь в том, сможет ли доесть столько Синкакс, сколько он уже доел, и пока да, он справляется. И пока да, счет 17-7 и 9 тысяч преимущества. Попытка была неплохая, но после того, как Картус зашел в куст и в No Vision, на это надо было разворачиваться. То есть ты убиваешь только жадных. Вот если кто-то агрессивно пушит, ты за минимальное количество времени в толпой одного убиваете, резко возвращаетесь на базу и расходитесь по сайдам. Здесь же они начали чейзить. Да, у Картуса нет скачка, но вы тратите на это время ресурсы, там прыжки и так далее. Вы убиваете Картуса, который все равно наносит свой урон, а после этого приходит Азир и вас убивает. Здесь почти вышку на топе забрал Синкакс, две тачанки настреливают, Докси сплитит бот, сплитит мид лодик. Сейчас все стороны упадут, потенциально не все ингибиторы заберут гамбиты. Здесь ульта, ой-ой-ой, Докси на одном хп выживает. Прям на одном, играют по Докси, еще ульта здесь от Дикса была, и трэш добивает Докси, несмотря на то, что сверху качено. Пушит Азир. А Кин забрал трэш хуком, и да. Если хук, Рок бы выжил. Джарван использует катаклизм, здесь вышка есть. И пытается Синкакса сыграть, убивает Diamond Prox Mighty Dragon, падает еще и Зикс от Синкакса, и Синкакс божественно разыграл. Здесь, в принципе, можно игру и заканчивать, Дим, я думаю. Не, ну это просто, знаешь, Синкакс сыграл максимально правильно. У него шансов у Веги было убить этого Азира ноль. Вообще нуль. Там была вышка Азира, у него есть секундомер, он с ультимейтом. Поэтому Джарван танк, трэш ни о чем, и урона-то больше и нет. Просто нет, поэтому здесь спокойно СНК сделать красивую серию убийств и гамбиты. После очень аккуратного такого начала, и даже в один момент казалось, что Вега Сквадрон может захватить преимущество, серия, череда хороших драк, особенно в исполнении СНКакса, переворачивает полностью эту карту. И сегодня вообще все фавориты, они достаточно грязно отыгрывают, из-за чего они, знаешь, отстают в ралли-стадии, и вот чуть-чуть дожать, и будет катка. Но пока нет. С одной стороны, согласен, Дим, с другой стороны, гамбиты, они все-таки пободрее шли по темпу игры, чем предыдущие лидеры двух вот матчей. То есть все-таки гамбиты почти сразу взяли преимущество, и все-таки гамбиты быстрее довели его до конца, на мой личный взгляд. Понятно. Поэтому им за это, конечно же, большой респект, дамы и господа. У нас впереди еще один матч, а пока уходим на небольшую паузу. Перед тем, как поговорим с нашей замечательной студией аналитики о предыдущем матче и выясним, на чем мы сегодня поставим точку.